Всем с вами Макс, и в сегодняшней теме я хочу поговорить о том, что все чего-то строят, развивают тему типа исторической реконструкции, кто-то ладьи строит, кто-то строит какие-то там полигоны, открываются новые фестивали, и в принципе, что я решил совместно с военно-историческим клубом «Асгейр», а сейчас оно именуется как «Наследие», тоже решили сделать себе музей под открытым небом. Значит, администрация города Ельца нам выделила помещение. В дальнейшем я все это буду показывать и рассказывать. Вот оно, с левой стороны от меня. Значит, там будет все это дело происходить. Так как у нас и так куча проектов всевозможных, особенно в моей голове, я взялся за шлема, взялся за свою мастерскую. У меня вообще куча идей, которые нужно воплощать. Ну и эту вещь, как музей живой истории, тоже нельзя упускать, ее тоже нужно развивать. И я решил показать непосредственно зрителям то, что как все это будет строиться изначально, что получится в конце, вы увидите, как будет разрастаться материальная база, как мы будем приумножать, как нам завещали предки, и развивать все это дело. В принципе, что хочу сказать, администрация выделила нам помещение, и вот эту вот территорию, которую в дальнейшем вы увидите сзади меня, которая будет облагораживаться, что мы будем тут делать, вот. И мы будем, естественно, показывать, что здесь будет происходить. Это будет непосредственно здесь шоу-программа, здесь можно будет окунуться в мастер-классы, здесь можно будет попробовать себя там в стрельбе из лука, в метании копий, топоров, вот. Не то чтобы просто постоять там рядом с экспонатами, а непосредственно взять их и ощутить их, вот, вес, как говорится, ихнюю ценность. Ну и что еще хочу добавить. Смотрите нас. Канал будет развиваться в дальнейшем. И все это будет поставлено, как говорится, на поток. Ладно, что? В принципе, такой маленький экскурс. Все остальное вы увидите, я думаю, в дальнейшем. Так что, кому будет интересно, смотрите, как это все строится. Кому не интересно, ну, есть другие темы, пожалуйста, развивайтесь. Ну, а на этом... Всем спасибо и пока!